Сегодня в администрации города состоялось очередное заседание городской думы. На повестке дня у депутатов стояло около 10 вопросов. Часть из них была связана с работой административного аппарата. Законотворцы заслушали отчет о работе городской думы 6-го созыва о деятельности администрации города за прошлый год. Также депутаты утвердили новую должность заместителя председателя комитета по социальной политике. Это место занял действующий депутат Сергей Обвинцев. Кроме этого, на рассмотрение было вынесено предложение внести изменения в бюджет этого года. К примеру, более 1 000 000 федеральных средств поступило на приобретение жилья для инвалидов либо ветеранов Кунгура. Также увеличено бюджетное ассигнование за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем отдельной категории граждан. Это закон о ветеранах, закон о инвалидах в сумме 1 163 000 рублей. Глава города Лариса Ёлтышева озвучила проблему, оставшуюся еще с прошлого года. Здание гостиного двора имеет неприглядный вид и давно уже не красит наш город. Как выяснилось, нынешний арендатор не торопится следить за обликом памятника архитектуры. К тому же в скором времени здание круглого магазина может быть передано в собственность администрации города. Находится он в настоящее время по договору аренды ООО «Уралкабель» сроком на 15 лет, но уже принято решение о передаче его в муниципальную собственность. И сейчас с арендатором идут суды. По окончанию судебных разбирательств здание гостиного двора будет передано муниципальному образованию город Кунгур. Более подробный материал о работе законотворцев Кунгурской городской думы смотрите на следующей неделе в нашей постоянной рубрике «Былое из думы».